Вітаю вас! Що ви зробите, побачивши на вулиці нареченого, який силоміць тягне наречену до РАХСу? В ефірі проект «Прихована камера» і я її ведучий Андрій Іванюк. За статистикою, на 295 тисяч укладених шлюбів в Україні припадає 130 тисяч розлучень. Тобто розлучається 44% подружніх пар. Наш імпровізований шлюб потерпів поразку одразу після його умовного укладання. Простіше кажучи, наречена вирішила втекти з весілля. Як люди відреагують на нестандартну подію та чи врятував хтось наречену від нареченого? Подивимось. Дешевий реквізит для цих зйомок. Це був автомобіль, ми його знайшли на свалці. Може, Дені зараз відкрити? А там ключі. Дені, може бути. Пошла!
Да, пошли, поехали, гости что ли? Нет! Пошли, ну, нет. Отпусти людей! Что ты, как это вот? Пошли! Пошли, бегом! Проблема наша полягає у тому, що у нас відірвалися гудзики, які тримали. Сукня моя впала. Я залишаюся без сукні. Становись! Становись! А чего ты? Отстань от меня, девушки, помогите, пожалуйста. Да что помогите, пошли. Отстань от меня, я не буду. Ну пошли, ну все сидят, ждут. Отстань, пожалуйста. Ну что ж не будет? Алло, иди сюда. Отстань, пожалуйста, пошли. Саша, никакой свадьбы, пожалуйста. Пошли, я сказал. Подумай. Вот слушайте, люди говорят, подумай. Пошли, идем, послушайте, люди говорят. Он меня бьет. Да никто тебя не бьет. Да ну что ты подумал? Он меня бьет, отстань, пожалуйста, уйди от меня. Я тебя прошу, Саша, я тебя прошу, ну не снимай, я сказала, ну! Не надо снимать, ну зачем такие вещи снимать? Пожалуйста, нет, 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 я не хочу, я не хочу. Паша, ты мне всю жизнь испортил, я не хочу никакой свадьбы. Да я не хочу! Что не хочу? Да. Помогите, поговорите с ним, заберите его. Я тебя прошу, отстань от меня, я не хочу. Быстро мужчину сказать. Пожалуйста, Саша. Что ты хочешь? Пожалуйста. Что случилось? Ну, пожалуйста, простите. Не, помогите, ну, скажите ему. Тотальна байдужість засіла у серцях житомирян. Але не всіх. Дякуємо вам за вашу реакцію. Я тебя прошу, пожалуйста. Нет. Я не надо, пожалуйста. Я тебя прошу, не надо. Успокойся, пожалуйста. Поговорите с ним, я вас прошу, поговорите с ним. Скажите, ну что я не хочу свадьбу. Пожалуйста, Саша. Это такой присвадебный такой бывает. Нет, да это поехали, пожалуйста. Пожалуйста, поехали. Девушка. Саш, пожалуйста, я тебя прошу, не надо. Я не хочу, я передумала, я не буду, пожалуйста. Ну что не передумала? Давайте завтра подумаем. Поговорите с ним. Поехали. Что не надо, я не хочу, пожалуйста, не надо, Саша, давай, я тебя давай, прошу, давай, Саша, давай. Ну не надо. Дайте успокоить, понимаете? Дайте, нет, Саша, дайте, пожалуйста, не надо. Ну ждут он меня обижает, давай. Он меня обижает. Да, ну, обижает. Куда я тебя обижал? Она успокоилась. Дети, что обижал? Пожалуйста, Саша, ну пожалуйста, не трогай, пожалуйста, я тебя прошу, не надо. Дайте успокоиться. Пожалуйста, не оставляй, не оставляйте меня. Ну все ждут. Что ты позоришься? Пожалуйста, я тебя прошу, ну не надо. Что ты позоришься? Я тебя прошу. Пошли в машину поговорим. Идем, посидим в машине, поговорим. Пожалуйста. И там подождите. Все решим. Пошли. Подождите. Поднимать, пожалуйста. Подождите. Скажите, чтобы он ушел, пожалуйста. Подождите. Не, пусть не успокоится меня. Идемте в машину сядем. Идем, сядем в машину и там успокоишься, пусть да? Нет, я пожалуйста. Тебя не буду. Я выйду, ты сама посидишь в машину. Не надо, пошли. Я тебя прошу. На, забери, я не хочу. Пожалуйста, подождите, я тебя прошу. Подождите, пошли. Пожалуйста, не надо, я не хочу. Пошли, я тебя машину. Прошу, ну не надо, пожалуйста. Не кричите, не кричите. Все, подождите. Пожалуйста, я не хочу. Подождите. Лен. Объясните ему, что, ну, что не надо. Подождите. Не надо заставлять, Саш, пожалуйста. Ну все вернется, не надо ничего, да не надо ни денег, будет. Тихо. Так тихо, блин, да при чем тут деньги, пошли. Тихо, это не такой, нервный. Мы сейчас ставим машину подожди. И там успокоимся, ну, пошли. Подождите, пожалуйста. Лена, пошли. Сашенька, ну не хочу, он меня сейчас засунет в машину и будет бить, пожалуйста. Ну что ты наговариваешь такое? Ну зачем ты такое говоришь? Быстро пошли. Не хочу, ну Саша, ну... Я сказал. Не кричите. Лена. Подождите. Пожалуйста, Саша, я тебя прошу, ну не надо. Не будьте байдужими до того, що відбувається довкола вас. І будьте обережними, адже в наступному випуску одним з героїв наших експериментів можете стати саме ви. З вами була прихована камера. Зустрінемось за тиждень.